там Вознесеновка. Это у нас Казахская улица. Казахская? Это называется. А может спросить, где кладбище вот эти дамы? Причем сразу на кладбище. Да. Ну, девушка, а на кладбище как проехать? На кладбище как проехать? На каравану поедем. На кладбище как проехать? Кто? А, понятно. Кто? Вот и поговорили. Вот оно как. Это улица еще Казахская. Да, где ваш Теперь дом? Будет караван. А вот магазин. И вот это вот направо, выше, там будет кладбище. Нина, где ваш дом? А наш дом. Может, это сразу Казахская к дому улица. Ну, пошли к дому. Улица еще. Петин, к дому как ехать? Ну давай, я не знаю, куда эта дорога поворачивает. Выезжай туда. Это вот кооперативная улица была, а наша была Херсонская вторая. А вот это была кооперативная. Тут были магазины. А наша улица шла ниже. Сейчас вот это настроили. Нет, вот сюда нам поворачивать или дальше ехать? Домой? Нет, еще туда. Не домой. Еще. Мы домой хотим. К дому. Ты домой ходишь уже, да, Ларис? Дом, конечно, еще, где жили люди. Смотри, совсем. Совсем все по-другому. Какие-то знакомые это, там, домишки есть один? Сейчас мы выйдем на нашу улицу. Это не ваше? Нет, это не где наша. Все просто и знакомо. Это не наша улица. А ну-ка вот сюда направо. Дорогу. Направо, вот, да? Не вот это ваш дом? Вот. Какой там? Вот. Нет. Там развалины нас все. Как будто чужой совсем. Поселок и все не так, как было. А что там домов нет, Тетя? А там вообще нету домов. Нет, там не надо. Мы правильно едем, Тетя? Нет, не надо уже туда. Там нет домов. Там нет, не поселок. Хотя нет, вон там крыши какие-то там. Нет, там, наверное, есть еще что-то. Нет, ну вы здесь вот ходили, или это что-то слишком... Оно все не, такого близко не было. Вот это по нам. А вообще мы там чуть не... Может, мы в Курал-Балды вот этой? Казахская улица, потом базарная, потом наша. Шла караванна. По караванной, от караванной шла школа. К школе надо, а от школы мы сразу найдем. А вот школу детей спросить. Вон детва, детки. Школ? Там бегут. Гел, где скул? Вот нам. Надо ж вот такие заросли понарастали. Вон детки бегают, надо детки. Спросить. Но они по-английски не знают, слушай. Да, вряд ли что-то скажут. А как школа будет? Как? Мигдеп. Дети. Дети, а где здесь школа? Школа где здесь? Школа. Там и туда. Ой, ты мое солнышко. Хорошо, спасибо. Ой, мои хорошие. Спасибо. Чумазые такие. Ой, какие хорошие вознесенские дети. Вот я бы так тоже бегала. Вон я с косичками. С казахом. Так бы ты бегала, Лариса, что? Надо было их стыдать. Свежий воздух, а я сняла их. Молодец. Подожди, одни заросли. Я же наша улица. Все дома не так стоят и не такие дома. Тетя, как называлась улица? Я сейчас подъеду, спрошу. Вот эта улица, наверное, похоже, что это базарная. Вот сейчас мы стоим на базарной. А нам нужна какая, скажите, я спрошу сейчас. Какая нам нужна улица? То мы целый день а наша будем. Была Херсонская улица. Херсонская, сейчас. Но она же считается так, или она уже по-другому, ну, черт его знает. Ну, кто сторожил, может быть, они... Может, собаки там будь осторожны. Подожди. Может, какие собаки остались, да? Дальше идет. Акбулак Кашисима. Ничего себе. Что это такое? Вот Лариса. Это кто здесь родился, Нина? Ну так все, чуть Нина родилась здесь. Да? Ян Григорьевич родился, и ты родилась. Но дома до того изменены, что я не узнаю ни улицы, ни домов. И деревья вот эти, и близко не было, чтобы она растали. Ну, в общем, школа, да? А школа большая, длинная школа. Большая школа. И вот школа на каравандой.
И вот эти караваны прямо в первая была базарная улица, наша вторая. И уже третья верхняя и кладбище. Третья была верхняя, верхнесоветская называлась. А, и кладбище. И уже она окончается тут и кладбище сразу. А, значит, недалеко и кладбище. Что же это за улица, а? Это называется Акбулак Кашиси. Ничего не написано нигде. Не написано. Нет, Акбулак, это уже поменяли, сейчас, наверное. Сейчас уже по-казахски все. Сейчас же не будут эти. Нет, почему-то одни заросли. А как они... А сколько лет вы тут не были, Тетнен? 20 лет. Я здесь не была. А как они здесь живут? Зачем? Живут свои дома, родились, огороды, держат коров, хозяйство держат, и живут, школа тут есть, так и живут. Потом вырастают, женятся, опять то же самое. С ума сойдёшь. Поселок был здоровый такой. Ну, с ума сойдёшь, если знаешь, что где-то лучше, а когда не знаешь, что ты живёшь. Где-то в Актобе, в этом... Каравана проходила пустая. В Актюбинске, в городе. Там по каравану скот гоняли в табуны, с табунов. Встречали с пастбища их. Отправляли их в пастбище, потом вечером встречали с пастбища. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это тебе поселок. Да я после Москвы, какая же это улица, конечно. Какая же это улица? Неужели это они казацкую расстроили? И по-моему, вон туда, где дорога идет, вон домики выглядывают. Там начинается, наверное, где караванна. На караванну надо выехать. Где старая школа? На караванной новую школу построили. Ну, хоть свет есть. И там на нашем дворище. Там дом выстроен. И во дворе там уросшая в земле земляночка. Тетнин, а электричество как-то там подключили к вам? Первый всех. Все в Мартаке не было даже. Ну, Ленок, что? Какие новости? Что ты узнал, сынок? Узнал, где Херсонская улица. А? Узнал, где Херсонская улица. Узнал? Да. А это какая? Скоро все будет хорошо. Подожди, сынок. Это Шахтерская, что ли? Шахтинская? А, Акбулакская. Шахтинская. Это Акбулакская улица. Акбулакская? Да. Ужас, сколько тут было домов. Какая улица. 2 километра от этой улицы была Акбулакская. 2 километра. Хасбулат удалой. Акбулакская. А наша была... Херсон. А наша была Херсонская. 13. Наш номер был дома. Как они тут зимой ходят, а? Вот такие, такой снег, мороз. Надо хотя бы выехать. И тогда уже там, где мы ориентируемся, заросли одни. Акбулакская улица. Не было у них на ней. Заросли какие-то. Деревьев совсем не было на Акбулакской. Дома сплошную и все. Заросли прям заедет. Точно заросли. Так, что у нас тут? Вот, конечно, смотри, вот это, сено, дома. Ни один дом. Вот откуда рот пошел. Не похож. Вот, из земли прям, да, Ларис? Мы по главной дороге едем или по второстепенной? Тут есть разница. Еще улица есть, смотри. А что же они говорят, мол, все деревья у нас вырубили, а сколько деревьев вот растет. Ну, дома новые, вот этих домов не было, кирпичных, ну, конечно, и близко нет.
не было ничего, землянки стояли. Здесь какой-то как вы улицы довоенные, довоенные. А как вы помещались? Мы где-то у цели. В землянке как вы помещались? Две комнатки, печка. На печке. В этой комнатке варили, в другой комнатке спали. Два коридорчика было. В коридорах. Летом хлопцы на улице, в коридорах. Потом у нас во дворе была клуня большая. Там такой длинный сарай, накрытый соломой. Туда бушелык. Вон кто-то идет, живой человек идет. Здравствуйте. Подскажите, а где Херсонская улица? Кладбище там, школа. А кого нужно? Мы так. Никого, сама улица нужна. Здрасте. Херсонскую знаешь улицу? А кладбище? Последняя. Последняя? Да. Это сколько еще улиц проехать? Последняя же Верхнесоветская. А школа где? А школа? Школа вот налево, вон. Там. Вон школа. Ну школа. Это караванная там проходит. А караванная улица? Школа на караванной улице? Да, да, но уже караванной нет. Нет, ну мы, да, мы просто проехали. Караванной уже нету, да. Оттуда я приеду на Херсонскую? Да, прямо там есть дорога. Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Слушай, живые люди еще здесь живут. Да, вон и школа. Но чужие, все живут, говорят, но наезжие. Приезжие. У нас так от жизни одичает. Последняя. Наша жизнь тогда достала. Валентина. Валентина. Была первая Верхнесоветская была. Вон школа, Нина. Вон школа. Сзади вон вот школа. Ага, поняла, поняла. Не, просто думаю, что... Это Юра школу строил, наш Юра. Юра? Юра наш. Юра руководил этой стройкой. Юра строил Колин. Он был прораб. На стройке, и как раз он строил новую школу. А большой поселок. Ой, такой был поселок, 10 так, классов. Раз улица. Представляешь, какой поселок был. А вот что-то тут мужик говорил вначале про развалин двухэтажного здания. Еще вот за заросли. Их не было и близко вот этого леса. Уже рядом. Ну, за 20 лет. Дома настроены, не те дома стоят. Вот Херсонская улица, направо-налево? Ну, переулок вот, шел. Вот впереди. И прямо угловой мы на переулке жили. Угловой. Сюда вот как она это, направо. Угловой был. Переулок шел. Переулок. Да. И, вот это, и наверное, контора. Это не наш дом? Нет. Аппарат Акима, ну, Акудыкского сельского округа. Тут уже конец. Нина. Все, вот Белый дом, тетя Нина. Не ваш? Не Белый наш? Дом, он был очень далеко от нас. Он говорит, последняя. А последняя, все, как последняя? Вот это и есть последняя. А? Вот это последняя есть. Вот это последняя есть. А больше там поле. А, ну так давайте в правительство. Надо, узнаем. Давай вдвоем выйдем. Я посмотрю, давайте. Может я что-нибудь узнаю. А там нет никого. Не было близко этой конторы. В правительстве темно там. Правительство. Белый дом, да? А там никого, темно. Кто там будет в этом правительстве? И тут надо же так, чтобы жизнь достала, чтобы сюда можно было приехать жить, а, Борис? Так мама, ой. А? Ну, мама с Москвы, она же с Москвы. Да не, вообще вот сейчас, вот они говорят, приезжают, какие-то люди новые приезжают. Вот как бы жизнь могла достать, чтобы сюда приехать. С Москвы это самое. Мама в Ашхабад, а потом сюда. Ой, бедная женщина. Это бы, а, и после 8 гробов. Тут такая беда у ней на душе, да плюс сюда, ну конечно. И душили ее, и не пойми, стресс какой был. Казах. Название-то какое? Аким Акудыкский. А надо сфотографировать название, Уля. А есть у меня, я сняла ну все. Ну так, это что вот
правление, что мы были в правлении, узнавали. Знаешь, потом, как интересно на казахском почитать. Я снимаю, Лариса. А, спасибо, моя сестра. А я не тебе все отдам. Нет, я и тебе так, я просто не слышу. Все отдам. Куда их судьба загнала? Ужас, да? С Полтавы. С Полтавы. Там такие зеленые, красота. Да. Казахи. Угу. Казахи были очень воинственные. Знаешь, они давали им прикурить. А меня он повез, проживали вот в такой же. Киргизы. Кто? Резник Василий Александрович. А я убежала с Танечкой. Вот так же, да? А? Такой же, да? Конечно, Ваул же привез. Горшки моет оттуда казахи, а бабка моет в этом, он же снизу идет вода в рыке. Бабка картошку моет. Я ему говорю, Вась, а там я видела, как горшки с говном у детей мыли, а бабка, он говорит, ничего, второй раз на другой водой помоет. Ой, я Танечку завернула. Проживальск? Да, без денег. И ты туда, я думала, ты на Украину уехала. Нет, проживает в Киргизии же у него родные. Ах, проживальск. Мать с отцом проживальск. И я Танечку завернула без денег, побежала к подружке и говорю, займи мне денег на самолет. Поверь, только я вышла, она заняла. А что ты у них? Я говорю, а тогда я не выйду от них, если я им скажу. И она меня Не отпустили бы? Ну, не только не отпустили, но плакала бы или как-то непонятно. Ребенка забрали бы, да? Ну да. Забрали бы ребенка? А? Ребенка забрали бы? Ну, конечно, сказали бы, конечно. Я а папа у ней в аэропорту работал, он купил билет, посадили меня, и я домой. Только, говорю, вечером пойди, а то с собаками будут искать, с милицией, скажи, что я улетел. Как же ты так? Я говорю, ну давай, то иначе. Давай, быстренько меня. Ой, вот так, с такого же аула ее. С такого же, да? Да, Таню завернула просто. Ты же говорила, что это какое-то село с яблоками там. Нет, двор, ну вот здесь тоже яблоки, вот дом. Где яблоки? Ну, у них нет, а у них вот так в доме яблоки. Яблоки-то везде там были. С яблоками жить не будешь. Вот такой же аул. Вот. Только горы кругом. Проживают же горы. Ой, Памир. Ой. А что не захотел в Шабаде жить? Почему? А он увез. У него тут родные. Маме, папе, он говорит, поедем жить. Я не буду, говорит, в Шабаде. Но я-то не знала, куда едем-то. Думаю, ну ладно, посмотрим, как там уже. Ну, я бегом оттуда, бегом завернула Таню. И бегом. Молодец какая. Не написал письмо, ничего. Написал, я не ответила. У тебя что-то мне по Валеру появилось. Я в институт устроилась, работаю, что-то там же там запрашивала.